Друзья, всем привет, всем отличного дня, замечательного настроения, прекрасного самочувствия. Сейчас расскажу вам, что со мной сегодня случилось, вдруг кому-то это поможет исправить вашу ситуацию, если вдруг у вас когда-то такое же случится. Сегодня сажусь за руль, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю, все загорается, ничего не происходит, поворачиваю дальше, ничего не происходит, молчит, тишина, щелкает релюшка. Я думаю, ну ёпарасоте, думаю, Гранта сдохла, хвост облез, думаю, ну... Что может быть? Начал смотреть в интернете, зашел в ютубе, там видео рассказывают товарищи. Один там напрямую кнопку какую-то кинул, чтобы не через зажигание. Другой отверткой рекомендуют замыкать там, чтобы она нахер сгорела у меня. Третий там рассказывает, там аккумулятор поменяет. Четвертый говорит, в релюшке. Пятый там начал перебирать там электронику, там где-то какой-то провод на куда-то упал. Ну, в общем, думаю, ну это все херня, думаю, надо что-то как-то попроще решается это, потому что я завел, приехал, к дому поставил, и она мне потом все перестала. Гранта сдохла, в общем, хвост облез. Думаю, ну ёпарасоте, думаю, что делать-то? Начал смотреть на форумах, лазил, читал, дошел до одного совета, мужик такой говорит, ну если, говорит, аккумулятор допотопный, ты, говорит, не факт, что его надо менять. Гранта у меня с 13-го года, я не думаю, что ее перед продажей на нее поставили супер новый классный аккумулятор, поэтому... Ну, я его не менял. Так, вот. Думаю, скорее всего, может быть, дело в аккумуляторе. Ну, думаю, аккумулятор бежать сейчас, это тоже все-таки, извините меня, он бабок стоит. Ну, какие еще вопросы? Читаю. Почисти, там прям мужик пишет, возьми, почисти, говорит, клемма, говорит, на этом. Я же еще сбегал же эту релюшку купил за 300 рублей. Я вот как у меня с ней ничего не случится, я сразу бегу эту релюшку покупать. Вот мне в тот раз она не заводилась, что там со стартером, какой-то провод там тоже засрал, а это... Почистить надо было, я побежал в релюшку, не знаю, куда ее дело, она, походу, в багажнике лежит. В этот раз опять релюшку, у меня нахер уже этих релюшек, я могу себе бус из них сделать. В общем, ну, когда не шаришь в машинах, вот так же в интернет заходишь и быстрее на скорую руку, чтобы, ну, без машины не остаться. Без машины остаться самая херовая ситуация сейчас в наше время. То туда доехать, то сюда, то там порешать, с теми встретиться. Надо все время быть на машине, все время быть в движении. Что я делаю? Я беру, бах-бах-бах, открываю капот. Капот хоть, ладно, открывать умею, ладно. Этот, откручиваю клемма, почистил их все, одеваю, все, затянул, чпок, пеньк, все, завелась. Как супертачка.ком завелась прям с первого раза. И вот она в чем была проблема. Была проблема просто в клеммах, понимаете, вот эти, которые... И надо... Потом... И все она... Идеально. Вдруг, если у кого-то с машины такая же будет ерунда, вы не бегите, не покупайте вот эти гребаные, блядь, эти релюшки, они бессмертные, я так понимаю. Я вот уже говорю, мне с 13-го года, она как та щелкала, так и это щелкает. Ни в аккумуляторе дело, ни в стартере, ни в кнопке, ни в отвертке. Дело вот просто в клеммах почистить надо. Быстро, вкратце рассказал об этой своей проблеме. Вдруг кому-то поможет. Лайк, подписка, поделиться с кентами. И, в общем, до связи, на связи. И скоро увидимся. В общем, пока, друзья.